Всем доброго времени. Мы продолжаем с вами обсуждать научно-популярные учебники по математике и информатике. Сегодня у нас в гостях учебник Наум Яковлевича Виленкина, учебник, можно сказать, книжка, которая называется «Рассказы о множествах». Вчера мы рассматривали с вами его книжку, его детей и внуков, да, о популярной комбинаторике. Сегодня же мы поговорим о теории множеств. Итак, сразу хочу сказать, эта книжка, я бы ее назвал шедевром. Несмотря на то, что она достаточно маленькая, она идеально выполняет свою цель. В интересный, в захватывающий, ну, по крайней мере, меня как школьника эта книжка захватила, в интересный, захватывающий, научно-популярный, с юмором форме, читатель знакомится с основами теории множеств, с ее парадоксами, с ее историей и с основными понятиями. В процессе чтения книги мы знакомимся с различными парадоксами. Например, что будет, если это бесконечное количество людей поселить бесконечное количество отелей, а если потом заселить туда еще больше людей, бесконечность умножить на бесконечность, что больше одна бесконечность, чем вторая, каких чисел больше, рациональных или трансцендентных, что такое вообще трансцендентные числа. Про все это вы можете прочитать в этой книжке. Книжка написана с долей юмора, снабжена достаточно красивыми и интересными иллюстрациями, содержит также небольшие исторические очерки. В общем, что я хочу сказать? Резюме, да? Книжка очень маленькая, порядка 130 страниц, недорогая. Но на самом деле это шедевр, это жемчужина среди книг, которые в научно-популярной форме знакомят с различными понятиями математики. Вот эта книжка идеально подходит для знакомства с теорией множеств. Доступна, читать ее могут школьники, студенты, все те, кто когда-то не разобрался в теории множеств и хотят сейчас не разобраться. Увлекательная книга. Моя книжка, как видите, уже потрепалась, она уже побывала в трех странах, но тем не менее я ее не брошу, да, потому что она достаточно хорошая. Итак, до встречи в следующий раз. Замечательная книга, рекомендую всем.